В Чебоксарах продолжается реконструкция сквера на площади Республики. За ходом работ следят депутаты, общественность. Накануне объект посетил и председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Огород, как его прозвали студенты близлежащих вузов, считается одним из наиболее популярных мест отдыха в городе. К тому же и самым старым. Ремонта здесь не было давно. Асфальт пришел в негодность, а скамейки прогнили. После обновления сквер будет не узнать, говорит подрядчик. В парке установят новые светильники, камеры видеонаблюдения. Урны, скамейки обновят брусчатку и озеленят территорию. На данном этапе у нас выполнена работа по бетонированной установке бордюров поребриков. Забетонировано порядка 4500 квадратных метров. Ведутся работы по укладке тротуарной плитки. Выделено 37 миллионов. Я думаю, что без увеличения стоимости завершим благоустройство. Кстати, дизайн-проект сквера выбирали чебоксарцы на открытом голосовании. Кроме того, поступило предложение создать здесь библиотеку под открытым небом. Помимо этого, хотелось бы, чтобы эти полки были оборудованы QR-кодами. То есть с возможностью послушать песни, народные сказки какие-то, чувашские народные. Изначально планировалось, что гулять по скверу и сидеть в тени его деревьев горожане смогут уже с 5 августа. Однако в ходе работ выяснилось, что проект и смета не совпадают. Например, в номенклатуре указан один вид бетона, в проекте благоустройства другой. Такая же ситуация возникла и с плиткой. Сейчас документы снова на экспертизе. К слову, работы на объекте продолжаются. Открыть сквер планируют в сентябре. Это место будет местом притяжения для работающих и горожан. Будут приезжать, и, конечно же, надо его было делать красиво, комфортно. И, ну, в ближайшее время это и увидим. Екатерина Данилова, Алиса Александрова, Святослав Петров, Вести Чувашия.